Ну а в Сургуте, между тем, не отказываются от планов по созданию профессиональной команды, которая, как предполагается, будет выступать в высшей хоккейной лиге. Такую идею по окончании прошлого сезона высказал генеральный директор Ханты-Мансийской «Югры» Андрей Бельмач. Успеть заявить ХК «Сургут» в новый чемпионат, который стартовал в сентябре, не смогли из-за множества недочетов, которые обнаружила комиссия Федерации хоккея России. В основном они касаются инфраструктуры. Необходимо заменить борты, подвести под требования высшей лиги командной раздевалки, приобрести и установить систему фиксации взятия ворот, видеогол. Сургут заслужил хоккей, но там вопросы, и очень важный вопрос все-таки содержания и финансирования. Он, проект этот не маленький, он заходит там за 100 миллионов рублей. Подана заявка в проект бюджета, значит, будет рассматриваться. Никто не сказал нет. И Дмитрий Валерьевич говорил о том, что в 2015 году все-таки мы будем рассматривать очень серьезный вопрос, чтобы команда ВХЛ базировалась в городе Сургуте. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия.